понеслась душа в рай. Во, запустился. Сегодня даже без этих, без всяких этих предупреждений. Так, на повестке дня что у нас будет стоять сейчас? Даже не знаю, что, на что погадать. Блин, знал, много тем было. Тут раз, как это обычно бывает, раз и все. И у тебя уже ни одной мысли нету в том органе, который носит шея. Голова, вот называется. Правильно. Много чего на повестке дня. Тут и покушение на Трампа. Не понял, не помню я уже, что-то у меня на него выпадало. Я не запомнил, не запоминаю. Тут еще птичка нашептала мне на хвостике, что закрывает YouTube. Еще одна птичка нашептала, что будет гражданская в России в ближайшие 2-3 года. На разных почвах, абсолютно разные почвы. Здесь у нас ось у нас одна определилась. Ось это Россия, Северная Корея, Китай, Иран и Индия. Вот это у нас одна ось. Другая ось — страны так называемого свободного мира. Ну что, тоже не свободный мир. Это псевдо-свободный мир, где вам предлагают толерастию в качестве затравки. Иначе думать нельзя. И сомневаться тоже нельзя в том, что вам говорят. Сказали вам 100 полов есть, значит 100 полов есть. На государство наше погадать? Ну давайте погадаем на государство. Карты говорят на государство погадать. Давайте будем гадать. Что вы там мне такое говорите? Что там? Женщина с ребенком, обман. Женщина с ребенком, обман. Что это значит? Знать бы. Давайте кинем на Кремль тогда. Государство, Кремль, Политбюро и все такое. Кто бы что ни говорил, у меня не выпадает, что Путин правит единолично. Там какие-то другие люди правят. И да, у меня эти люди более жестокие, чем Путин. Они более жестокие. Так, на что мы кидаем сейчас? Просто карты скажите, пожалуйста, по поводу правительства. Вот наше правительство, оно... Чего там у нас? Кремль, правительство и все в этом духе. Поглядим вот так вот, без вопроса пока. Работает. Работает, может, на какое-то число или месяц нацелилась. Десятка. Что-то нацелилось. Если это месяц, это что? Дорога какая-то у нас, дорожка. Ладно. Отношения с женщиной. Так. Сейчас давайте все зацепим. Печальное известие. Что там за такое печальное известие? Любовная тоска. Там у них все замерло, окуклилось. Окуклилось все. Ну, там все окуклилось, как я уже и говорил. Что еще? Человека в форме известия им будет поступать. Известие, скорее всего, с фронта. Проблемы у друга. Это у нас, скорее всего, Лукашенко. Опять же говорю, скорее всего, потому что здесь ни имен, ни фамилий нет. Проблемы у друга. У кого-то возникнут проблемы из близкого окружения Кремля. Мне кажется, что это больше Лукашенко. Если Лукашенко, там обострения с Польшей возможны. Это не Финляндия, это, скорее всего, Польша. У кого-то друга возникнут проблемы. Лукашенко, Иран, косвенно. Есть какой-то близкий друг. Иран близкий друг. Северная Корея нет, скорее всего. Китай нет. Я думаю, это больше Лукашенко. Будем глядеть. Жаркие месяцы. Вот это вот жаркие месяцы, проблемы какие-то. У близлежащего друга. Разговор с мужчиной. Переговоры будут вести.
Карты указывают на переговоры, прямые переговоры правительств и нехватка денег. Переговоры не смогут восполнить того, что потрачено. Если вы даже эти территории себе присоединяете, здесь у нас они не покроют те расходы, которые были уже. Недовольство. Нет, нет, здесь расходы очень большие были. Не надо заниматься самообманом, не надо тут нервничать. Нервов очень много. Много потрачено, но приобретено крайне мало. Очень крайне мало. Сейчас у нас СВО становится уже политической лодкой. Политическая лодка, на которой находятся практически все наши политики. Если у нас СВО, то и лодка. Вот так. Переговоры, я вижу переговоры. Это либо лето, либо осень. Переговоры напрямую с правительством. Но! Материальные хлопоты, материальный вопрос. Карты бумаги не выпадает. Нет, не вижу пока здесь подписания, переговоры, но более ничего такого нет. Правительство окуклилось. Вот как-то это самое. Не знаю, даже что-то еще посмотреть. Экономика окуклилась, правительство окуклилось, страна будет полностью окукливаться. Так. Чтобы YouTube запретили, честно признаться, у меня такого пока не выходит. По крайней мере, пока. Гадать остается, что у нас там будет, чего захотят, то и будут воротить. Выздоровление. Не вижу, чтобы YouTube заблокировали пока что. Любовный сюрприз. Нет, не вижу, чтобы YouTube заблокировали. Я не знаю, в чем переполох, пока нет. Я не вижу, чтобы его заблокировали просто. Месяц-полтора. Три даже, возможно, где-то. Замедление. Вот у меня, например, вообще интернет тормозит. Почему, не знаю. Скорость скачивания нормальная, но почему-то интернет тормозит. Игры и некоторые платформы. Вообще Яндекс. А скачивает нормально. Странно, да? Подписание мирного договора нашим правительством. Все о правительстве сейчас выведаем, если получится. Правительство вот наше подпишет мирный договор, наше родное правительство. Нет, да, пока нет. Нет. Тут очень какой-то вопрос очень сильно материальный. Тут просто материальное сыпется, как из рога изобилия. Материальное нужно. Либо еще территории нужны, но они почему-то вот они под запретом. Их либо вообще никак нельзя освободить, либо с большим трудом. А можно мне узнать, вот смотрите, вот вы говорите, нужно материальное, карты в смысле, материальное нужно. Ладно. Карты сами показали, что нужно. Так, что там? Проблемы в жизни друга. Враг может навредить. Проблемы в жизни друга. Рядом территория. И враг выпадает. Что мешает территории? Освободить. Что препона? У меня выпадает третья сторона.
У меня третья сторона выпадает, но я ее не вижу. Третья сторона выпадает. Третья сторона, третий казенный дом, третье государство. Вот здесь у нас третье государство выпадает, поэтому... поэтому и все стопорится. А будет продвижение, там что-нибудь, изменения какие-нибудь? Нет, риторика пока. Пока риторика. Риторика. Нет, риторика. Конец августа где-то вот. Риторика выпадает. Риторика. Кто-то еще у нас. Еще в запасе еще есть две стороны где-то близко. Это одна, это Беларусь. Скорее всего, это 100% Беларусь. И еще какая-то сторона. Одна сторона с позиции России, другая сторона с позиции Украины. Там плюсом еще две стороны выпадают. Что еще? Любовное свидание, увлечение. Пока не вижу перемирия. Блин, а что я тут спрашивал-то? Территории, да, по-моему? Или что мешает заключить мирную сделку? В общем, здесь переговоры выпадают. Так или иначе, здесь какие-то переговоры, любовные переговоры. Пока карты не показывают, что они чем-то увенчаются. Тут карты нет. Встреча единомышленников сотрудничества. Неприятности у близких. Блин, я уже забыл, на что я тут выкладываю. Встречу единомышленников. Так, это если наш орган, сборный орган, это наш. Третья сторона выпадает. Какая-то рядышком третья сторона. Может, Калининград? Третья сторона, почему-то карты намекают на третью сторону. Эта третья сторона относится к нам, то есть она дружественная, у нее выпадают проблемы. Выпадает еще третья сторона, это со стороны Украины. Она может вступить каким-то образом в партию, в партейку нашу. Но если оно так, то понесется, потому что там потом будет еще и четвертая сторона. С какой позиции только, я не знаю, с позиции России или с позиции Украины, там уже, я думаю, без разницы будет. Так, мирный договор, да, я, по-моему, спрашивал, мирный договор пока невозможен, нет, он невозможен. Территории, пока с территориями вот так будет, ближайшие два месяца, два пока, по крайней мере, карты показывают, ничего тут такого сильного прям. Серая зона разрастается. Изменения в правительстве, когда правительство наше перестанет окукливаться. Вот правительство наше, допустим, закончило СВО. Там, перестанет оно окукливаться или нет? Когда перестанет окукливаться? Почему перестанет окукливаться? Давайте окукленность посмотрим. Карты как-то интересно показывают. Веселое путешествие. Они как будто уедут, что ли, куда-то. Правительство наше, я имею в виду, уедет куда-то. Там какие-то бумаги выпадают. Или переучреждение будет страны полное. Но это не сразу. Это долго. Сейчас мы как-то это все... Беседа о проблемах. Как-то все мы это, знаете, как будто в жернова попали, в болото. Вот оно куда-то туда вот все идет, и идет, и идет, и идет. Но карты говорят, в ближайшие 4 года будет переучреждение страны.
Но на каких условиях и как? А правительство карты говорят, что оно уедет. Но это долго, понимаете, это долго еще. Четыре показывают карты. Три показывают. Четыре. Может, за четыре все закончится? Потому что процесс-то идет. Люди пострадают. Калеки какие-то. Почему-то калеки. Люди страдать будут. Когда вот процесс будет, это изменение власти, а он неминуем уже, люди страдать будут. Либо это большая мобилизация, вот карты намекают, тут вот мужчины почему-то, вот они как-то не сильно горят желанием, прям это вот, чтобы куда-то там. Пьянство, распитие спиртного. Короче, тут что-то вот наряду, вот не знаю, с какой-то степенью анархии, что ли. Пьянство, оно безрассудство больше показывает. Срок 3-4. Изменения в правительстве. Деньги держат. Изменения в правительстве 3-4. Скорее всего, года. Если месяца, но это совсем что-то будет из рук вон выходящее. Но карты так говорят. Пока, по крайней мере. Потом измениться может. Так. Ну, типа переучреждение, что-то в этом духе будет. Ну, как оно переучредится, потому что здесь почему-то вот какие-то калеки выпадают, искалеченные люди. Тут мужчины почему-то выпадают, такое вот. Лошадь знакомого. Давайте последний раз кинем карты, поглядим, чего у нас там... На каких основаниях вообще будет переучреждение. Как изменится. Потому что, ну, понимаете сами, что затягивание всего этого процесса, опять десятка выпадает, уже в третий раз десятка выпадает. Почему 10 выпадает? 10. Ну, это, наверное, не года, нет. Я не вижу такого, чтобы прямо мы 10 лет существовали. Нам никто столько помогать не будет. И мы столько не сможем вести военные действия. А военные действия сейчас с государством неразрывны. Государству предложить больше нечего, оно остановиться не может. Маленькие деньги. Кризис. Кризис, конечно, да. Кризис. Расход денег не туда, нецелесообразный расход денег. Кризис денежный. Гость. Почему изменятся гости какие-то? Гости откуда? Из Средней Азии? Может быть, из Средней Азии, действительно. Я решил пошутилку отпустить. Нет, действительно. Проблема будет. Вскроется она, не вскроется. Ближайшие 1,5-2 года проблемы с приезжими могут быть. Ну, тут даже государственный уровень какой-то. Вот. Что-то государственный уровень, оно почему-то занимается какими-то странными делами. Еще дама пик выпадает и карта обмана за государственной картой. Вскрыться могут проблемы в ближайшие с приезжими, с теми, кто приехал. Ближайшие 1,5 года. Вот так вот приблизительно. И это тоже послужит толчком для изменения вообще всего. Проблемы с гостями будут. Насколько сильные, там надо уже карты докидывать потом, когда-нибудь.
зависть. Погружаться будем завидовать всем окружающим. Наша страна будет завидовать всем окружающим. Разочарование от открывшегося и плюсом, если есть, ну, скорее всего, есть, да, конечно, что я говорю такое. Если есть тайны государственные, их выволочат. Вот так. Погадал как мог. Конечно, нужно что-то более такое основательное, более такое весомое, чтобы погадать, более четкие вопросы, но пока даже гадать не на что. Закрытие YouTube, ну, ближайшие полтора месяца, ну, давайте так, до конца августа, ну, пока нет. Какая-то другая проблема будет. Тут другая проблема наклевывается. Здесь не YouTube. Карты не YouTube, говорят. Другая проблема наклевывается. На правительство выпадает новый план чего-то. Юный гость. Тут новые планы у нас какие-то выпадают. Новый поход? Новый поход куда-то? Либо опять санкции, налоги, разочарование от открывшегося. Опять почему-то у меня разочарование от открывшегося и потеря какая-то. Если потеря, возможно, потеря, блин, территорий. Почему здесь земля выпадает? Потеря территорий. Я так понимаю, здесь или спецоперация новая какая-то готовится, либо это у нас второй фронт. Если второй фронт, это, возможно, Беларусь, поэтому на нее выпадают проблемы. Вот так могу сказать. Пока более ничего здесь такого не вижу сверхъестественного. Вот все. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и до свидания.